У меня было 2 первых сентября. Один был на острове Калгуе в Баренцевом море, там, где я родился. Я все время сбегал из садика. А так как это остров, и оттуда некуда сбежать. Мама у меня все время, как бы, я прибегал на работу к ней, и она в итоге меня сказала: ну, короче, не хочешь в садик ходить, пойдешь в школу. И я пошел в школу первый раз. А потом мы переехали уже на материк, в город Нарьян-Мар, и там я пошел в первый класс. И мне этот первый класс запомнился тем, что я встретил там в классе парня, его звали, и зовут до сих пор Леша Литков. Встретил впервые своего однофамильца в своем классе. Вот учиться не очень любил, но школу я любил действительно. Спасибо, наверное, за это огромное моим учителям. Выпускной свой экзамен по русскому литературе я написал в стихах. Экзамен по «Войне и мир». И что-то мне в голову бах. Поэтому даже событию можно понять, что в школе мне нравилось. Желаю вам не бояться идти вперед. Берегите своих учителей, как вторых мам. Я как сын учителя вам скажу, что учителям очень важно, чтобы их ученики их любили и уважали. Это заставляет их жить более светлой жизнью.